так мы на Байнерсмаркте. Вот такой маленькой деревушки немецкой. Здесь пол деревни украшают вот так вот. Прямо во дворах делают магазинчики. Вот люди приходят, покупают что-то вкусное. Прямо вот здесь дворы, здесь люди живут, и вот они украшают. А самое приятное, что мне понравилось. О, наша Леди Гага пошла, соседка. Видела Леди Гагу? И это... Они написали, что они не собираются в этом году экономить свет. Потому что мы в Германии здесь же экономим на всем сейчас. У нас в городе, например, даже выключают свет по ночам на улицах. Давай еще раз туда зайдем, в этот отель. Я сейчас покажу, что они придумали. Смотрите, вот такие боксы закрытые. Там столы стоят. И можно здесь прийти и поужинать. Там винная лавка. О, сейчас закрыли. Мы когда пришли, еще все было открыто. Смотрите, как внутри красиво. Ой, как красиво. Просто в сказке. Мы в сказке. Еще сегодня падал снег. Вот такие боксы. Вот такая вот сказка. Вот такая красота. Это отель, где можно отдохнуть. И ресторан, да. Там люди работают. Все. С Новым годом всех!